الله سبحانه وتعالى يصف حال أهل الإيمان أنهم يعني من صفاتهم الذين يمشون على الأرض هونا. Всевышний Аллах Субхана описывает своих верующих рабов. Одно из его качеств, одно из качеств, которые он их описал, это те, которые смиренно ступают по земле. يعني ليس عندهم استعجال. У них нет этой спешки, торопят, не торопятся. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Сказал пророк صلى الله عليه وسلم. إن فيك لرجل من الصحابة رضي الله عنه. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. Сказал одному из подвижников, у тебя есть два качества, которые любит Аллах и его посланник. الحلم والأناء. То есть мягкость вот это когда не спокойность. Я, да? يعني حليم يعني لا يغضب بسرعة. То есть он мягкий, не спешит, не злится сразу. والأناة تأني. И она, то есть он что он спокойный, он не торопится. ويقول عندنا في الأمثال في التأني السلامة وفي العجل الندامة في الغالب هذا. И у нас говорят, что он как пословица, вот спокойствие такое, когда ты не торопишься, в этом есть безопасность, а в когда ты наоборот торопишься, спешишь, то в этом есть сожаление, то есть сожалеешь потом. حتى أن بعض الأولاد كان يقول لأبي. Даже некоторые дети говорили своим детям, своим родителям. يقول يا أبي لا تسرع, إحنا متأخرين. فهمت؟ يقول يا أبي لا تسرع, إحنا متأخرين. المفروض يقول له ماذا؟ أسرع, إحنا متأخرين. يقول لا تسرع, لأن الذي يسرع يتأخر. والذي يتأنى ينال ما تمنى. О, отец, не надо торопиться, не надо спешить, потому что мы опаздываем. То есть имеется в виду, что если ты будешь те, кто спешат, те, кто торопится, они опаздывают, а те, кто والذي يتأنى شيء من نصيب. الذي يتأنى ينال ما تمنى. А то, что касается человека, который не торопится, который медленный, спокойный, у него спокойствие, да? Он достигает то, что он желает. نعم, فالمسلم دائما يتأنى. ماذا تصنع إذا وجدت من نفسك يعني هكذا تريد بسرعة وكذا وغضبت مثلا, إيش تصنع؟ يا أخي استغفر, اقرأ القرآن, خاصة الآن في الزحام هذا عندما تذكر الله وتستغفر الله يعني تطمئن, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Особенно в таких вот ситуациях, когда пробки, когда такие ситуации, попроси Аллах Субхану для прощения, поминай Аллаха Субхану, потому что, как сказал об этом Всевышний Аллах, поистине посредством поминания Аллаха, именно посредством этого успокаиваются сердца. Аль-куффар, يعني أرادوا أننا نمشي في هذه الحياة هكذا بسرعة بسرعة. Неверующие хотят от нас, чтобы в этой жизни мы спешили, торопились постоянно. لا نتأنى. Чтобы мы не были такими, да, спокойными. حتى أن بعض الناس في الصلاة يصلي بسرعة. Некоторые люди даже молитвы, что они быстро совершают, спешно. هو المفروض يصلي صلاة المحسن في صلاته, لكنه في الحقيقة يصلي صلاة المسيء في صلاته. Он должен совершать молитву так, как совершает человек, который совершает молитву лучшим образом. Однако получается так, что он совершает молитву того человека, который совершает ее плохо.